Итак, Юрманский залив станет глубже, и его избавят от зарослей камыша. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Экология». Как выполняются намеченные работы, проконтролировал губернатор Алексей Русских. Глава региона пообщался не только с подрядчиком, но и с дачниками. Как это было, расскажем прямо сейчас. В болото Юрманский залив превращался два десятка лет. Вернуть ему прежнюю красоту планируют за полгода. Очищать водоем начали в середине июня, сразу после окончания нереста. А закончить намерены уже в этом году. Хотя первоначальный срок был 1 ноября 2023 года. В последующем данная территория, первая, обогатится биологическими ресурсами. То есть здесь мы будем наблюдать максимальный нерест, нерестовый период. Также данная территория будет использоваться жителями Ульяновской области для отдыха. Разницу местные дачники уже ощутили. На правом берегу залива частично убрали заросли камыша, под ногами вместо ила теперь песок. Ребята реально молодцы. Я живу вот прямо вот в доме с плюс открытым окном. Работают круглые сутки. Молодцы. Вторую жизнь Юрманскому заливу дарят специалисты Росводресурса. Экскаватор на понтоне достает со дна ил, который затем на мини-баржах доставляется на берег, и дальше его везут на специальный полигон для осушки. Спустя время донные осадки превратятся в удобрения. Так очистят 2 километра 700 метров юрманок. Всех дачников интересует, что будет с самым заболоченным участком. Об этом же спросил и губернатор. Камыши тоже будете убирать? Это следующий, Алексей Юрьевич, это следующий проект, который мы сейчас направили заявку в Росводресурсы. Угу. То есть у нас следующие работы, это вот продолжение, пойдем, да? Да, и плюс Ивановский залив. Ну как, местные жители довольны? Ну, местные жители самим работами довольны, но просят продолжать, потому что мы понимаем, что остался небольшой кусочек, и мы будем... Как вода? А вот от души от всех садоводов, угу, то, что начали работы, чистить нам этот залив, очень довольны, очень долго этого ждали. На данный момент очистили 600 метров берега и вывезли 18 тысяч кубометров ила. Это почти десятая часть запланированных работ. Финансируются они из федеральной казны. Общая стоимость экологической реабилитации Юрманского залива – 82 миллиона рублей. Дмитрий Емельянов, Михаил Державин, «Вести Ульяновск» из Чердаклинского района.